Я, честно говоря, ничего про это не думаю. Делают люди селфи, делают. Я никогда в жизни не делал селфи. У меня нет для этого даже приспособления. У меня на телефоне он не умеет, по-моему, фотографировать даже. Я раза три сфотографировал детей, там тут же закончилась память, и мне, собственно, мне больше ничего не надо. Я не делаю селфи и сам не фотографируюсь. Потому что мне и так меня достаточно много фотографируют целыми днями. И фотографии у меня миллионы. Поэтому никакой и знаменитости я не коллекционирую, их и так много вокруг меня. Я и сам себе знаменитость, поэтому нет, не делаю. Но если люди делают, значит, если им нравится, ну что же, что же в этом плохого? Очень хорошо. Я однажды утром в Италии пошел во время, господи, как называется это место, эти развалины легендарные, из башки вылетело. Я в 5 утра пришел туда, чтобы погулять один, и там было уже порядка, наверное, 300 китайцев или японцев. Я не знаю, они были с фотоаппаратами, с этими штуками. Это такое аномальное. Но мне все это веселит. Все. Зачем? Ну, нравится.